Страшный суд. Фрагмент триптиха, от которого больше ничего не осталось, в отличие от двух других триптихов с таким же названием, в Вене и в Брюге. Этот фрагмент был создан примерно с 1506 до 1508 года. Авторство Босхо вызывает у многих сомнения. А хранится он в старой пинокотеке Мюнхена, Германия. Фрагмент формировал нижний правый угол, возможно, центральной панели триптиха. Композиция по стилю близка саду земных наслаждений. Возможно, является фрагментом страшного суда, написанного Босхом, по заказу Филиппа Красивого в 1504 году. Во всяком случае, он заказывал работу тех размеров, которые предположительно имел весь утраченный трептих целиком 9 на 11 футов, около 290 на 350 сантиметров. По своей стилистике работа может быть смело причислена к поздним работам Босха, если, конечно, это его работа вообще. Недавние дендрохронологические исследования показали, что работа вполне могла появиться и в 1448 году. Но почти все эксперты сходятся во мнении, что, учитывая стиль работы, это маловероятно. Первое упоминание о работе появилось в 1817-1822 году, когда она находилась в галерее Нюрнберга. С 1877 года по 1920 год она оказалась в фондах Германского национального музея. Затем перешла во владение Баварского государственного собрания картин, в которое входит и старая пинокотека. После сильных повреждений фрагмент был фактически закрашен другим рисунком и этот рисунок был удален в ходе реставрации только в 1936 году. Страшный суд – главная тема, проходящая через все творчество Босха. Он изображает страшный суд, как мировую катастрофу. Ночь, озаряемую с полохами адского пламени, на фоне которой чудовищные монстры истязают воскресших грешников. Среди фигур воскресших слева наверху – императоры, короли, кардиналы, епископы и монахи, в общем, представители всех классов. Воскресшие смотрят на небеса с надеждой, но многие уже повернуты в ад. Справа внизу, где их пытают уродцы, состоящие из частей омерзительных тварей, насекомые, грызуны и амфибии, и человеческих конечностей. Страшный суд из собрания Мюнхенской пинокотеки не без основания считают работой, исполненной в мастерской Босха, но не им самим. Работы Босха порой грубоваты, иногда их отличает зловещее изящество. Но вот декоративность, эстетическая привлекательность дьявольской свиты в работах мастера никогда не встречается. Причудливые изгибы перьев и усов, которые разодеты изображенные здесь монстры, заставляют усомниться в том, что перед нами работа Босха, как ее определили в 1934-1936 годах в Мюнхене. Его картины ада призваны пугать, а не дарить эстетическое наслаждение. Здесь же переливающиеся, подобно драгоценным камням, украшенные разноцветными перьями монстры не страшны, а лишь занимательны. Здесь присутствует так называемая несобранность мотива. Епископ в характерном головном уборе, император, в отчаянии схватившийся за украшенную короной голову, портящий воздух дьявол, да и все остальные персонажи внутренне не связаны друг с другом многие другие видения ада, созданные Босхом, тоже кажутся хаотичными, но только на первый взгляд. А при внимательном рассмотрении в них всегда обнаруживается логика, четкая структура и осмысленность. Здесь же каждый персонаж существует сам по себе.